Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня наш семинар посвящен предмету, вокруг которого копья ломаются, пожалуй, больше всего. Ну, разве что с литературой можно сравнить по поводу содержания технологии от молотка с гвоздями до 3D-принтера ведется дискуссия. И я сегодня являюсь еще и модератором. Поэтому позволю себе сказать несколько слов про докладчика. Вот мы говорим цифровизация, и можно подумать, особенно молодежь, что про это начали разговаривать только вчера, ну, в крайнем случае, позавчера. Появился проект, появился указ. На самом деле цифровизация, или то, что мы можем назвать цифровизацией, начиналось еще в Советском Союзе, и Алексей Львович Семенов приложил к этому процессу в свое время и руки, и голову. В том плане, что содержание предмета информатика в общеобразовательной советской школе, вот Алексей Львович был один из тех, кто разрабатывал содержание этого предмета. Более того, вот москвичи знают, что в начале 90-х информатизация или цифровизация школ Москвы проходила под руководством Алексея Львовича Семенова. Но кроме того, что он занимался концептуальными сюжетами, управленческими, первое, на самом деле, цифровое приложение к учебникам было сделано руками Алексея Львовича. Ведь цифровой учебник – это не оцифрованный бумажный носитель. Совсем другое. И вот до сих пор по этому поводу идутся споры. Мы все перешли на электронные учебники, оцифровали бумажный учебник, говорят, вот цифровой. Алексей Львович, я не помню, в каком году ты сделал пособие к учебнику геометрии. В каком году, Алексей Львович? Я думаю, что геометрия, живая геометрия. Дожми кнопку. Да, я думаю, что живая геометрия, это был 92-й год. Вот 92-й год уже начала цифровизация, да, внедряться в учебные предметы. Ну и потом были большие дискуссии о роли и места информатики в современном мире. Есть ли отдельный предмет информатика, или это часть математики, или вообще это сопутствующее многим другим предметом. И физика есть технологии, и в химии, и даже в страшном слове ОБЖ есть технология. А вот роль и место технологии. И мы сегодня услышим современные подходы к определению содержания. У нас три дискуссанта, представляющие разные структуры. Павел Аркадьевич Сергаманов, наш институт. Ну, занимается сейчас цифровой школой у нас в институте. Сергей Александрович Лавягин, завкафедрой STEM Хорошколы. Ну, с ним мы тоже плотно взаимодействуем. И Сергей Дмитриевич Каракозов, первый проректор Московского педагогического государственного университета, который тоже занимается много-много лет вопросами цифры в образовании, вопросами информатизации образования и в Сибири, и сейчас на федеральном уровне. Итак, Алексей Львович, вам регламент, напомню, вам 40 с лишним, небольшим лишним, дискуссантам 7, максимум 10 минут. После выступления Алексея Львовича вопросы на понимание, потом дискуссанты, потом свободный микрофон, потом Алексей Львович получит время ответить на замечания и представления. И, коллеги,
мы должны кончить в 17:55. Зал должен быть нами освобожден, потому что запланировано следующее мероприятие, поэтому работать будем жестко. Васильевич, пожалуйста. Спасибо большое. Я постараюсь не перебирать регламент, может быть, даже сэкономить. Иногда у меня это получается. Ну, тем не менее, отнесусь для затравки, для введения к тем словам, которые сказал Виктор Александрович, ну, и в мой адрес, и в адрес многих других людей. Я хотел бы сказать, что и Виктор Александрович практически с самого начала тоже во многом определял вот эти процессы цифровизации российской школы, тоже с 90-х годов, и его роль тут была очень существенна, и в частности, первый пример такой массовой, успешной, и даже, сказал, не просто массовой, а тотальной цифровизации, которую я обычно упоминаю, это был единый государственный экзамен. Вот представьте себе, что в стране, которая, в общем-то, это было более 10 лет назад, еще не то, чтобы совсем была цифровая экономика повсюду, не то, чтобы был всюду всякий искусственный интеллект, но, тем не менее, 100% выпускников писали что-то, а дальше это закладывалось в устройство страшное под названием сканер, а дальше оцифровывалось все то, что они там написали. Все это по проводам и там, или оптическим сетям передавалось в одну точку страны, в Москву. Здесь с этим что-то происходило. Дальше это посылалось обратно в регионе. Дальше это распечатывалось, учителя, эксперты это проверяли. И это было 100% надежности, потому что был механизм контроля, отличающийся от любых счетных палат и кого угодно, просто потому что родители немедленно написали бы в прокуратуру, если бы что-то было не так. Конечно, были какие-то совсем не тысячные доли, а миллионные доли, когда что-то происходило. Но как человек, отвечавший за это в регионе, я помню, что надо было без перерыва передать весь массив информации. Это занимало 12 часов по проводам. Если возникал сбой, то надо было начинать снова. Таков был регламент цифровизации в тот момент. А уже начинали звонить депутаты Государственной Думы и члены правительства, да, потому что их дети живут в Москве и пишут единый экзамен. Значит, вот это успешный пример цифровизации, показывающий, что многое можно сделать. Ну, еще один пример, на самом деле, тоже из жизни Рособоронадзора, это то, что Сергей Сергеевич, то, что много лет мы говорили, ну вот и денег нет, и неизвестно зачем и так далее, были повешены камеры, я бы не стал бы про это упоминать, если бы это не сказалось действительно на морали общества. То есть появление технологических устройств каждой аудитории для ЕГЭ, висящая камера, которая транслирует в интернет, не пойми чего, тем не менее повлияло на уровень честности. Ну вот это примеры, мне кажется, которые стоит помнить, когда мы говорим, что ну компьютеров нет, и учителя не готовы, и вообще чего, и зачем, и так далее. На самом деле возможные процессы. У меня есть и другие примеры, но я, конечно, останавливаться на них не буду, потому что не это главный предмет того, о чем мы говорим. Но я хотел бы сказать, что здесь присутствует еще Александр Юрьевич Уваров, имя которое не все, наверное, здесь знают, но который был тем самым управленцем, руководителем управления в Всесоюзном министерстве, который отвечал за то, чтобы в каждой школе тогда Советского Союза, ну, все, надеюсь, помнят, что была такая страна, появился этот самый курс информатики. И это было сделано, ну, там, за один год, а учебник был сделан за один месяц практически, даже меньше. И это действительно произошло более 30 лет назад. Ну, вот теперь возвращаемся к нашему предмету. В основном то, что я буду рассказывать, будет касаться одного конкретного события, аналогичного в какой-то степени введения вот этой самой информатики в российскую школу, потому что сегодня существует уже нормативный документ, определяющий в общих чертах будущее информатики в Российской Федерации, будущее предметной области технологии в российской школе. Об этом мы узнаем буквально через минуту, но я хочу сказать, что само по себе попытка понять, как же
вот эта самая технология, или когда-то называемая трудовым обучением, должна сказаться на судьбе школы, детей, учителей, родителей и так далее. Ему тысячи лет, были самые разные подходы. Я не буду, конечно, делать длинное историческое введение, но укажу на один важный прецедент. Мне кажется, что очень много очень умных вещей когда-то сказал в своих лекциях и написал Сергей Иосифович Гессен. Ну вот, я крайне признателен, значит, Виктору Александровичу, что он исправил ужасные опечатки, которые были на первом слайде, в первом варианте, значит, презентации. Приношу извинения всем тем, кто получил первый вариант презентации, а заодно и то, что вообще она была послана поздно. Я забыл о дисциплине семинара, что здесь полагается за три дня все уже подавать, и занимался вчерашним докладом. Ну вот, тем не менее, сейчас презентация, конечно, будет выложена, и, как обычно, семинары, запись тоже будет сохранена и так далее. Так вот, все уже успели прочитать цитаты из Гессена, которые вполне относятся и к сегодняшнему дню, и к моему собственному докладу, который показывает, что и вот, что область технологии существенна для всего школьного образования и для всей модели образовательного процесса. В первой цитате говорится обо всех школьных предметах, и заодно о метапредметном и о чем угодно, о чем мы обычно говорим. А во втором говорится о том, что групповая форма очень естественна и понятна, или проектная заодно еще, в предмете технология. Как неминуемый творческий характер труда. Ну, пожалуй, что я оговорился, все-таки не неминуем. Мы знаем примеры трудового обучения, где уж совсем никакого творчества не было. Но вот то, о чем мы говорим сейчас, именно концентрируется на том, что в технологии это наиболее естественно. Ну вот я буду говорить, на самом деле, действительно довольно много о цифре, обо всякой, ну и о разных других темах, вот, которые здесь указаны. История, о которой сейчас я говорю, она, и вот тот самый документ, на котором я упоминал, это концепция развития школьного технологического образования, висящая на сайте Минпроса, сколько там страниц, 12? Около 12 страниц, ну, как в той самой концепции развития математического образования, которую нам постоянно вот Сергеем Александровичем Ловягиным ставили в пример. Они говорят, ну, что вы тут написали, ничего не понятно. Вы посмотрите, вот как написана концепция развития математического образования. Там все написано по первый раздел, второй раздел, третий по ступеням. Вот так надо писать, а вы ничего тут это самое. Ну вот, а поручение Путина было дано... Алексей Львович не сказал, что он был соавтором концепции... Я был координатором разработки... Так, он инициировал эту разработку и координировал эту разработку, и писал математическое образование. Отдельные слова в ней. Теперь его обижают за то, что он там слишком хорошо написал. Ну да. Нет, на самом деле был еще очень важный, вот если говорить про соавторство, то важнейшим соавтором был, ну так, не все будут готовы сразу сообразить, кто он, Андрей Александрович Фурсенко. Вот Фурсенко действительно добился, чтобы это было понятно. Вот в этом смысле Андрею большое спасибо. Ну вот, значит, вот здесь в качестве участников этого были официально обозначены, конечно, Минобрнауки, ну то есть по сегодня это Минпрос, Ростех, которые, к сожалению, нам не удалось достучаться до верхов Ростеха, ОСИ и WorldSkills, которые участвовали активно, действительно, в частности, вот Дмитрий Николаевич Песков, тоже весьма ключевой был здесь участник, ну вот в той же степени, может быть, или, может быть, ну, сравнимый с тем, как в этом участвовал Андрей Александрович Фурсенко в свое время. Надо сказать, что в период, когда мы работали над этим документом, вот с 16 по 19, ну, да, фактически по началу 2019 года были приняты куча других разных важных документов, они здесь перечислены. Ну вот и сейчас кадры для цифровой экономики, там ничего не говорится, конечно, сразу вот в заголовке про предмет технологии, но я знаю, что это все увязано вместе. Существенно было и то, что ЦСР в какой-то момент проявил большой интерес к этой теме, и вот вместе с коллегами из Института образования мы действительно работали над проектом, текст его существует, я думаю, что там много содержательных моментов, и не исключено, что в какой-то момент этот проект, который был разработан под эгидой ЦСР, и тогда, значит, Алексей Ильич Кудрин, который был руководителем этой структуры, еще в стране. Ну вот, сейчас я хочу показать слайд,
который выделил особо в разных презентациях, которые мы готовили, Ярослав Иванович Кузьминов. Это слайд про цифровую пропасть между существующей сейчас российской школой и всем окружающим миром. В мире вот эта самая цифровизация идет полным ходом. Значит, фотография школы ни у кого удивления не вызывает. Да, действительно, сегодня наша школа такая. А наши дети существуют уже в современно-завтрашнем мире, даже не в том, в котором существуют взрослые. Конечно, в школу проникают разные цифровые технологии, вот здесь они перечислены. Но для нас существенно то, что технологии влияют на то, как человек мыслит, общается и действует и учится. Вот этот факт подметил Лев Семенович Выгодский в своем выступлении в Комакадемии в 1931 году, и он объясняет нам, что нельзя просто считать, что в школе у нас технологии не будет, а во взрослом состоянии у детей она откуда-то появится. И в этом смысле важно, что современная школа не нейтральна к технологии. Хочешь использовать, хочешь не используй. А она враждебна по отношению к ней. Я имею в виду, конечно, прежде всего цифровые технологии, но сегодня это во многом становится синонимами, хотя материальные технологии, конечно, необыкновенно важны, это всем понятно. И вот эта враждебность – это то, что и пытается в первую очередь снять концепцию технологического образования. Не навязать всем что-нибудь, чтобы у всех были гаджеты перед глазами и, возможно, портили зрение, почти так же, как телевизор его портит, а дать возможность легально этим технологиям в школе существовать. И вот это и есть то, что можно называть на самом деле disruptive innovation вот в современном развитии школы. Введение туда цифровых технологий в разных школьных предметах, конечно, я буду говорить, все-таки вернусь к своей основной теме, это есть способ быстро и существенно школу изменить. Вот это обстоятельство мало кому сегодня понятно, потому что всем кажется, что ну, технологии же есть везде, у всех есть сотовые телефоны. И в школе они есть. Но сегодня школа борется с ними, а они борются с ней. Школа пытается запретить сотовые телефоны, наверное, справедливо в сегодняшней обычной их функции. А сотовые телефоны в руках детей, они разрушают образовательный процесс. Ну вот, то, что мы предлагаем, это перестать считать обязательным изучение тех технологий, которые больше никогда человеку в жизни не понадобятся, и ничто ему не объяснят, ни в чем ему не помогут. Вот это существенное обстоятельство, которое здесь отражено на слайде. Ну вот, по существу мы говорим о том, что нам нужно по-новому посмотреть на ребенка в школе. Сегодня это уже не просто вот отдельно человек, который что-то помнит, а отдельно его мобильный телефон, который что-то помнит. Это уже исчезло, такого в современном мире не существует. 20 лет назад большинство из присутствующих, тех, кто жил 20 лет назад, помнили сотню телефонов. Сегодня в этой аудитории, я думаю, что нет ни одного человека, который помнит наизусть 100 телефонов. Это не значит, что люди стали хуже, что телефоны стали хуже, что что-то еще ухудшилось. Это значит просто, что мы живем в другом мире, что человек звонит по телефону с помощью телефона, а не просто так с помощью своего мозга. То же самое верно и про другие вещи. Безусловно, сегодня люди хуже перемножают числа на бумаге в среднем по населению страны. Я много раз проводил этот пример, что у слепых радикально снизилась брайлевская грамотность. От существенного процента, скажем, 80% взрослых слепых в городах, которые умели читать по брайлю, брайлевская грамотность сейчас доходит до 20%. И так далее. По существу сейчас происходит та самая революция по Выгодскому. Первая такая революция была появление речи, второе – это передача информации, и в том числе в учебном процессе. Вторая – это письменность сохранения информации. Третья – это искусственный интеллект, то есть обработка информации. Ну вот, если говорить про технологию, то, как и вся школа, технология практически не изменилась за последние 50 лет, и в этом смысле ее содержание с огромной скоростью отдаляется, отстает от современной технологии, существующей в мире. Что технологическое образование очень мало связано с другими предметами, что оно не вызывает интереса и внимания со стороны учащихся, и это не внутришкольная проблема.
Это проблема страны, это проблема экономики, проблема будущего. Потому что если мы прививаем человеку отвращение к технологии, а значит к инженерному делу, к созданию новой технологии, к их эксплуатации уже в школе, демонстрируя ему неработающие станки, некоторые из них все еще трофейные, то мы формируем определенное отношение к будущему. Наряду с сияющими там автомобилями миллионеров или поп-певцами, мы демонстрируем скучную и грязную технологию в школе. Сегодняшняя скорость изменения технологии показывает, что те процедуры, которые, очевидно, не вполне адекватны вообще в школе, процедура, которая обословлена законом, раз в 10 лет поменяйте стандарты, они в случае технологии становятся совсем уже абсурдными. Сегодня мы должны говорить, по-видимому, о том, что если стандарт задается генеральную линию и дальние перспективы, то программы, естественно, менять постоянно. И нужно выработать процедуру, которая будет менять соответствующие программы, но в таком более-менее перманентном режиме. Это одно из положений тоже той концепции, о которой сегодня я говорю. Еще более абсурдным является идея, я не могу даже не рассмеяться в этот момент, единого учебника по такому предмету, как технология. Время от времени появляются представители издательства, или можно сказать, даже сказать издательства, которые говорят, что напишите нам учебник по технологии. Это понятно, что вот учебник в любом сколько-нибудь традиционном смысле по технологии не возможен. И вот то, что та точка зрения, которая в концепции отражена, состоит в том, что если говорить о ресурсе информационном, цифровом ресурсе для технологии, то это очень большой объем различных технологических модулей, например, условно говоря, 300 модулей, таких, что в каждой конкретной школе может реализовываться, например, 30 из них, непроизвольных, а удовлетворяющих определенным условиям, как система модулей. Каждый модуль может содержать в себе некоторый проектный компонент, будет иметь тоже какой-то обусловленный размер, все это должно как-то быть сбалансировано. Но важно, что идея такого однозначного, неизменного, одного для всех учебника, которая, конечно, была очевидно странной, если не сказать абсурдной, и 50 лет назад, сегодня является просто неприемлемой и смешной. Никто на этот учебник не посмотрит, даже если будут потрачены деньги на его закупку. Есть вариант учебника, который можно предложить издательствам. Это учебник, дающий обзор всего того, что есть, позволяющий выбирать и школе, и учителю, и учащемуся, а реальное содержание образования будет уже находиться в интернете, бесплатно и общедоступно. К этому как раз и ведет нас та концепция, о которой я сегодня говорю. Еще одно положение концепции – это то, что представить себе, что какой-то коллектив авторов садится и пишет все эти многочисленные модули, тоже мало реально, а попросту говоря, невозможно. Речь идет о том, что создание этих самых модулей, которые постоянно будут обновляться, наращиваться, развиваться и быть технологическим образованием для школ Российской Федерации, это дело, в котором должны принимать участие много участников, рассеянных по всей стране, в том числе не только школы, учителя, работники Российской Академии Образования, но и представители, прежде всего, потребителя, рабочей силы, работодателя. Это учреждения, организации среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, которые могут конкретные модули на конкретные технологические темы с конкретными проектами для тех или иных учащихся предлагать, и которые должны проходить соответствующую апробацию, рецензирование и так далее. Вот такое видение формирования содержания образовательного. Возвращаясь к общефилософским проблемам от практических организационных вещей. Значит, принципы, которых я уже сказал, таковы. С одной стороны, ничего не навязывать, но с другой стороны, стараться максимально расширить то, что можно, разрешено использовать, и то, что предлагается школам. Вот те самые модули, о которых я что-то говорю. При этом нечто из того, что предлагается, может быть специально рекомендовано.
Эта рекомендация может возникать в режиме, так сказать, краудсорсинга, в режиме там, рекламных акций, в режиме поддержки местными предприятиями и так далее. А качественный продукт, полезный и используемый в школах, он может продвигаться. И я бы сказал, что вот есть некоторые специфические потребности, которые именно школьный предмет технологии может обеспечить. Ну, в частности, наряду с тем, что нечто будет, естественно, в одном районе, скажем, в сельской школе, а другое в городской, может быть и что-то, что интересно одному ребенку, а у другого вызывает отвращение. Есть надежда, что удастся для каждого найти что-то в области технологий, что ему понравится и полюбится, и будет интересно. Ну, я надеюсь, что хотя бы даже из пищевых технологий чем-то удастся увлечь и мальчиков, и даже девочек. С другой стороны, предмет технологии – это именно такой предмет, где легко сформировать ощущение успеха. Там нет каких-то абсолютных планок. Вот ты умеешь решать квадратное уравнение или знаешь, как решается уравнение синус х равняется 1/2, или не знаешь. Что-то получилось интересное, чего-то тебе удалось создать, ну и хорошо, и здорово, давай посмотрим, каков следующий шаг. Вот это ощущение успеха, в отличие от ощущения неуспеха, возникающего при попытке имитировать такой промышленный труд, когда там резец сбился, не то тебя вытащил, ну что, запорол заготовку, да, а у нас расходные материалы считанные, да, ну и так далее, и так далее. Вот это то, о чем мы тоже можем говорить прежде всего в технологии. И вот, наконец, та самая важнейшая функция, о которой тоже идет речь в концепции, это такая кросс-предметная, межпредметная, междупредметная, метапредметная, объединительная для разных предметов функция технологии. Уже видно из предыдущего, что в самых разных школьных предметах будут все больше и больше использоваться цифровые технологии. Часто учитель будет говорить, а где я ее освою, эту технологию? Ну, ясно, что, скажем, если учить ребенка писать сочинение на клавиатуре в первом классе, рассказывая о том интересном, что ему хочется рассказать, другим или своей бабушке, даже несмотря на грамматические ошибки, он быстрее начнет писать на клавиатуре, чем писать ручкой. Но если учить его и тому, и другому, ну, возникнет некоторая проблема. Вот, ручка, он еще не научился, на клавиатуре уже пишет, он где взять время, чтобы он покрасивше или покрасивее, как учительница, естественно, будет ему объяснять, писал бы ручкой, это проблема. Но и в начальной школе тоже есть время технологий, как и в последующих классах, и значит, можно именно там осваивать те или иные учебные технологии. И технологии работы, скажем, с динамическими таблицами, со спредшитами, ну и так далее, я не буду все перечислять. Я думаю, что на предмет технологии сегодня, если мы начнем вводить какие-то новшества, мы все-таки не так много встретим противодействия со стороны родителей. Потому что, ну, действительно, родители – важный элемент и важный помощник в любом школьном предмете. Но как только мы вводим что-то новое, тут же находятся родители, которые начинают возмущаться. Нас учили не так, нас учили не тому. Даже если сегодня ничего из этого он не знает, и ничего из этого ему не понадобилось, все равно он помнит, что когда-то вот они проходили вот такое. По технологии вот можно, я думаю, что в меньшей степени этого опасаться. Ну и, наконец, то, что технология – это все-таки очень естественное место взаимодействия со внешним миром и о котором я уже говорил, взаимодействие с работодателями и с вузами. В технологии могут быть очень разные степени цифровизации, и всех их имеет смысл представить, по всем им нужно желательно было бы дать представление, когда тебе предлагают сделать что-то с помощью 3D-принтера, особенно это будет красиво и изящно, если ты еще объяснишь, как такую же вещь можно сделать на гончарном круге, или с помощью молотка там, и зубила и так далее. Конечно, получится не так быстро, не так красиво, как на экране на 3D-принтере, но тем не менее это важное измерение технологии. Еще одно общее соображение, как, собственно, может быть устроена эта самая интеграция. Ну, вот тот самый цикл технологического дизайна, который часто мы
не реализуем, точно так же, как в математике мы не реализуем реальный цикл моделирования, а в нем и есть весь смысл, на самом деле, существенный смысл математического образования, а вместо этого занимаемся решением уравнений, и все. Ничего на входе, ничего на выходе. Точно так же в курсе технологии необыкновенно важно именно включить учащегося, включить ребенка в осознание потребности, которая формулируется в виде задачи для решения, для изобретения, для достижения, для открытия чего-то, каких-то систем и проб. И всегда удач, как я уже говорил, хотя нечто может рассматриваться даже самим ребенком как неудача, нужно показать ему, что здесь есть элемент чего-то, какого-то достижения. Это постановка задач для других предметов, понимание, почему это работает или почему это не работает, почему это пилит, почему это держится, почему это стоит, почему это не ломается, почему это не падает, или, соответственно, падает, ломается и так далее, и так далее. А достижение результата очень важно, что этот результат виден объективно, ты ему радуешься, это важный элемент всего этого курса. И вот эта ситуация переноса, когда ты, уже пройдя весь этот цикл, начинаешь объяснять. А вот здесь тоже похожие эффекты. И физика – это то, что тебе дает ощущение общности самых разных ситуаций. Вот это и есть от практической задачки, когда что-то на чем-то стоит, а вот здесь тоже будет стоять, а здесь не будет. Почему? Это уже не технология, это уже наука, это уже физика и так далее. Ну и, соответственно, перенесение технологических моделей тоже. Теперь, ну вот одна из тем, которые неминуемо у нас возникает, это тема предмета школьного, информатика и ИКТ, вот к введению которой в школе были причастны вот указанные уже патриархи, значит, цифровой экономики, о которой вначале говорил Виктор Александрович и я. Значит, вот те измерения или направления, которые можно выделить сегодня в информатике и ИКТ, которые с самого начала там были заложены в результате вот видения Андрея Петровича Ершова, давно от нас ушедшего, и вот некоторых сидящих здесь коллег. Во-первых, что совершенно очевидно, что в информатике и ИКТ, я буду говорить дальше коротко, информатика, просто чтобы не затягивать, точно присутствует математический компонент. Когда мы говорим о структурах данных, когда мы говорим об алгоритмах, то мы говорим о математических объектах, текст – это цепочка символов, исполнение – это последовательность состояний, там, машины и так далее, и рассуждаем математически. И это важно понимать. То, что это отдельный предмет, авторы этого предмета – те, которых я уже сказал, с самого начала понимали, что, вводя этот новый предмет, они вводят новое математическое содержание в школу. И это было самым простым способом модернизации школьной математики, к сожалению, ограничивающейся практически полностью только вот этой самой информатикой. А второе – это программирование, то, что с самого начала было, в некоторые моменты исчезало, не во всех школах оно есть, ну и слава богу, как о многих других вещах, это не обязательно должно быть везде. Хотя сейчас, как мы знаем, там, во всех британских школах, в начальных школах детей учат там программирование под названием «коудинг», ну, слово, которое в России сейчас заменяет часто программирование. А это точно технологический предмет, и в какой степени профориентационный, тоже как элемент технологии. Значит, мы получаем систему модулей, о которых я говорил, где основным содержанием является работа в области создания программ. А моделирование. Да, очевидно, с самого начала мы закладывали в информатике, что-то получалось, что-то не получалось, но понятно, что моделирование должно быть важнейшей частью математики. Сегодня оно представлено, прежде всего, физики, конечно. В основной школе, вот если где и строятся, ну, более или менее серьезные модели, то этим занимаются физики. Дальше рисуется математическая модель, ее там решают вручную, но вполне можно решать с помощью компьютера. Это даст физикам то самое небольшое время после освоения соответствующих моделирующих программ или просто программ символического вычисления, алгебраических вычислений. Мы сэкономим для физика время, я об этом уже сегодня упоминал. Дальше в курсе информатики проходили и проходят информационные технологии в различных областях деятельности, по существу отраженные в школьных предметах. И здесь возникает опять технология тех или иных школьных предметов, которые сегодня входят в информатику и ИКТ.
Ну вот, дальше идет цитата из концепции, я не буду ее произносить вслух, но идея такая, что в той или иной школе сегодня уже можно увидеть, что фактически часы технологии используются для информационных технологий. Это не очень хорошо, потому что делается это, так сказать, на скорую руку, полуподпольно, не запланировано, без какой-то серьезной методики, без серьезного рассмотрения. Надо с этим покончить в том смысле, что дать те ограничения, в которых разрешить свободу. Общий принцип, что если у нас есть ограничения, тем самым заданная область свободы. Чем говорим «нет», вот технологи протестуют, что информатики захватили их часть, информатики говорят, вот как же будущее здесь и так далее. Вот это нужно упорядочить, и в этом смысле, возможно, я считаю, ситуация достаточно проблемная, но тем не менее интересная, когда математика отдается математикам, и учитель информатики может вполне вести эти часы в рамках математики. Когда технология отдается в предмет технологии, учитель информатики может тоже вести эти часы уже в рамках предмета технологии. Без изменения нагрузки каждого учителя мы знаем, что за часы можно много чего сделать. А еще одно измерение – это на самом деле дополнительное образование и такая учебная деятельность в рамках чего-то реального, полезного для школы, полезного для учителей, полезного для школьной инфраструктуры и так далее. В Соединенных Штатах Америки уже там много десятилетий существует такое движение Generation Yes, которое ведет Деннис Харпер, много раз бывавший в России и даже в Советском Союзе, кажется, и еще в десятках стран мира, более чем в сотне, где школа избавляется от контракта по обслуживанию техники и от курсов повышения квалификации для школьных учителей, потому как использовать PowerPoint или интернет, все это делают просто дети, как часть такой вот образовательной деятельности. Это очень интересное направление в цифровой экономике, и в кадрах цифровой экономики оно представлено в том формате, что уже в школе учащийся может делать что-то реальное, даже зарабатывать на этом деньги и даже получать вузовские кредиты, с которыми он потом придет в систему СПО или придет в систему высшего профессионального образования, они там ему будут зачтены. Я бы сказал, что перспективы и те аспекты, о которых я говорил, они показывают, что технологии можно рассматривать так, как вначале я сказал словами Гессена. И здесь это представлено на этом слайде, и это отражено в нашей концепции, я сейчас не буду это зачитывать и комментировать. Я скажу про другое, про то, что одной из причин, по которой тот или иной предмет оказывается не в почете в школе, является то, что его не спрашивают в конце. Не предмет даже, а просто содержание образования. Когда исходно у нас был ЕГЭ по алгебре началом анализа, то геометрия начала быстро, как шагреневая кожа, в школах сокращаться. И это то, с чем борется технология. Значит, возникает идея, можно ли как-то включить технологию в рамки государственной итоговой аттестации. Но у нас есть сегодня олимпиада по технологии НТИ, новая технологическая инициатива, вот ОСИ это запустила, и технологии имеют некоторое значение при поступлении в некоторые вузы. Но это что? Олимпиада. Олимпиада, да, это олимпиада, олимпиада учитывается в каких-то ситуациях, не будем сейчас на этом останавливаться. Но все-таки это олимпиада, там есть победа, и там есть целый ряд проблем. Но на самом деле можно говорить и о варианте какой-то государственной итоговой аттестации, именно не через Олимпиаду, но аж через нечто, что может быть связано с уже, безусловно, заслуженным, заслужив определенное уважение и признание в стране, вариантами государственной итоговой аттестации. Здесь представлен один из таких
набросков, совсем не проработанный, хотя уже он довольно много обсуждался, но можно его проработку запустить, и обсуждалось это и соответствующими организациями, которые за это отвечают. Можно представить себе такой интегрированный экзамен по математике, информатике и технологии, который, чтобы не залезать на поле математиков, будет считаться базовым, только базовым по математике. Сдал все, базовую математику можешь не сдавать, который может приниматься как профильный экзамен по информатике, и тогда больше людей будет его, больше выпускников будет его сдавать, и в этом смысле вот Борис Георгиевич Нуралиев, который постоянно приходит с идеей, как бы там нам расширить количество приема по информатике, будет приниматься, как новый некоторый экзамен, профильный по технологии, то есть какие-то вузы могут говорить, да, вот у нас технологическое направление, это не чистая информатика, но вот нас устроит вот такой вот экзамен. Дальше, чтобы этот экзамен нельзя было, дальше можно сказать следующее, что по технологии он может делаться как раз на основании портфолио. Вот то самое электронное портфолио, которое мы обсуждаем уже много лет, еще Андрей Александрович Форшенко об этом много раз говорил, и пока нереальные, потому что непонятно, как это сделать, а главное, что возникает всегда вопрос, а вот это портфолио, кто его на самом деле писал, где тут роль папы, где тут роль учителя и так далее. На самом деле, если ограничить конкурентность, то есть, например, сказать, что максимальный балл будет 85 по этому экзамену, а по технологии ты максимум можешь получить раздел 15 баллов, это уже снизит сильно конкурентность, и фактически вот такое... фиктивное портфолио не будет таким уж привлекательным, и реально удастся, мне кажется, в основном иметь, так сказать, честные экзамены, но тем паче, что всегда можно там выстроить систему, которая будет позволять эту честность проверять, в том числе с использованием современных технологий искусственного интеллекта и так далее. Ну вот, я в основном рассказал то, что собирался, и сейчас мог бы закончить в любой момент, но у меня есть несколько минут, я могу сказать про то, что есть в области реальности, что у нас происходит и планируется, в частности, то, что мы планировали в рамках ЦСР. Тут в начале был фильм, и те, кто не опоздал, видели, как этот кубик там реально висит, действительно, в разных музеях Европы, бетонный такой объект. Ну и это, на самом деле, такая некоторая общая метафора, с одной стороны, с другой стороны, это достаточно важно спросить, ничего не надо делать пока, важно спросить детей, как... Можете ли вы это сделать? Ну и само по себе обсуждение в стиле триза или без триза, я думаю, что достаточно поучительно в классе технологии. Нам придется такую задачу решить, как-то вот все это подвесить, чтобы все это работало. То, о чем мы говорили, означает, что нужно запустить те или иные проекты, те или иные программы, может быть, в рамках кадра для цифровой экономики, может быть, в рамках национального проекта образования, когда у нас будут идти вот все эти мероприятия, о которых здесь было как-то в целом сказано. Возникает вопрос обычно при этом обсуждении, а что делать учителям технологии? По-видимому, учителям технологии нужно делать то же самое, что всем остальным, кроме детей, потому что дети все это делают легко, автоматически, незаметно, а остальным приходится все время чему-то учиться. То есть идея, что учитель – это должен быть все-таки учащимся человеком, который действительно серьезно на самом деле учится и показывает, как он учится и детям, и чего-то не умеет, и тоже показывает это детям, и чему-то учится вместе с детьми – это вот важное направление развития учительства. Ну, при том, что, конечно, мы надеемся, что все-таки и предприятия во все эти процессы у нас включатся. Все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо, Алексей Львович. Время на самом деле сэкономил. Вопросы на понимание. Пока народ думает, Алексей Львович, есть вопрос. Да. Вопрос общего порядка. Профессор Подьяков. Вот на примере, допустим, с ребятами экономики мы выяснили, что быстро убедились, что есть стейкхолдеры, которые заинтересованы в определенном вполне представлении этого предмета.
Если говорить о предмете технологии, можно ли ожидать какого-то конфликта серьезного, серьезных же стейкхолдеров? Или здесь мы можем говорить скорее о единстве, и вот как бы этот пласт, этот уровень можно не рассматривать, и в этом отношении можно ожидать, что будет хорошо? Ну, я не уверен, во-первых, что я правильно понимаю в этом контексте слово «стейкхолдер», во-вторых, что я знаю каких-то больших стейкхолдеров в экономике, кроме вузов. Ну, вузы там играли на это. Но вузы в области технологии, я все-таки очень надеюсь, что сейчас в стране больше, чем в области экономики. Это были главные стейкхолдеры. Если говорить о бизнесах, мне трудно судить о том, что какие-то бизнесы сильно поддерживали экономику, предмет экономика. Ну, то есть я знаю вот, ну, биржу вот эту самую, ну, я могу вспомнить фамилию человека, но, по-моему, в области технологии именно региональные стейкхолдеры, именно крупные какие-то все-таки производственные корпорации в регионах страны могут очень существенно нам помочь. Да. Если технология предлагается как модульный курс, то какой может быть, да еще там краудсорсинговый? Во-первых, просто не очень понятно, что такое краудсорсинговый модульный курс. Просто так натурально. Ну, либо это просто какая-то радикальная инновация, которая у меня даже в голове непредставима. Но... даже если представить какую-то простую историю, что это просто очень много модулей, и все выбирают из них, то как может существовать экзамен по технологии? И существуют ли в этой конструкции все-таки какие-то ожидания от итоговых технологических компетенций? Потому что в итоге, честно говоря, ну и поэтому главный вопрос для меня, а какие технологические компетенции являются ожидаемым результатом хорошего курса технологии, будь он модульный, не модульный, который является частью общего образования. Спасибо большое. Значит, ну, я понимаю, что вот жанр семинара, он предполагает ограниченное время ответа, потому что в конце мне еще будет больше времени, поэтому вот Виктор Александрович начнет меня сразу через полторы минуты останавливать, поэтому я постараюсь ответить очень коротко. Значит, механизм краудсорсинга следующий. Вот школы вместе с предприятиями, там, СПО и так далее, на местах действительно проектируют свои модули и размещают, они ими пользуются. Мы это разрешаем. Дальше, если они это разместили, то дальше это может быть как-то оценено вместе с заявкой на получение финансирования. И после этого школа может получить финансирование, чтобы этот модуль привести в соответствие с некоторыми принципами. Там программа модуля, результаты и так далее, и так далее, и так далее. Если это делано, то модуль уже оказывается разрешенным к использованию в других школах. Вот примерно такую схему мы предлагаем. Что касается экзамена, то я как раз и сказал, что экзамен в этой постановке невозможен, а возможно именно портфолио, электронное портфолио, которое считается желаемым уже много лет, может впервые быть реализовано именно в области технологии. Это второе. Это про государственную итоговую аттестацию, а не в неэкзаменационном формате. И третье, вот те самые большие, так сказать, результаты, они описаны на самом деле в сегодняшнем стандарте в ВГОСе, описаны, естественно, коротко, но они там заданы, и их можно как раз несколько расширить и эксплицировать в рамках реализации этой работы. Да, пожалуйста, просьба представляться, коллеги. Добрый день, Василий Зуйков, Москва. Вот вы последнее, вот то, что вы говорили как раз об оценке, выход из зоны высокой конкуренции, по-моему. То есть, как это понять? То есть, типа, не слишком высоко оценивать портфолио, как это сейчас делается. Сейчас 10 баллов дается индивидуальных достижений за различные достижения в области там, той или иной начальной профессиональной подготовки для инженерных вузов. А здесь, вот, в баллах вы можете как бы вот поднять рамку вот этого портфолио? Ну, я указал там 15 баллов как максимум за это портфолио, ну и в комплексе с другими предметами, да. Просто я просто для статистики. Сейчас в театральный вуз дети поступают, имея 310 баллов по сравнению плюс к ЕГЭ,
Это начальное, профессиональное. Нет. Это творческие испытания, профессиональный экзамен, собеседование. За все это получают по 100 баллов. А для инженерных вузов... Я говорю про одно испытание, а комплексное, интегрированное, в котором баллов. Максимум можно получить 85 баллов. А, 8. Из них за портфолио 15. Но это двигается, это можно заново обсуждать, вот, например, с вами. Давайте мы сядем и посмотрим ваше предложение. Спасибо. Да, спасибо. И все же, Алексей Львович, вот можно ли уточнить, вот портфолио вы понимаете в той рамке, какая сейчас рассматривается, как добавление к баллам ЕГЭ, или в радикально другой рамке, то есть как замена ЕГЭ? Значит... Я говорю, что, ну, нельзя, конечно, бессмысленно учитывать одни и те же достижения дважды. Но это значит, что нормативная база должна быть регулирована. Что, какое предложение я упомянул? Предложение, когда имеется интегрированный экзамен под названием, например, математика, информатика, технология. Вот сочетание из трех слов, которые сейчас уже используются на федеральном уровне в тех или иных контекстах. Значит, по этому... так сказать, предмету, можно получить максимум 85 баллов по этому интегрированному экзамену. Да? Но это значит, например, что ты уже там, например, информатику отдельно, математику отдельно не сдаешь, а сдаешь вот это. Значит, портфолио тоже отдельно не получаешь. Здесь максимум получаешь, там, сказать, 85. Почему? Потому что ты понимаешь, что ты, ну вот, иначе их не наберешь. Все это нужно выверить и высчитать. Я говорил об общей идее. Я на правах модератора скажу, что когда я занимался единым экзаменом, мы с ассоциацией вузов инженерного образования обсуждали сюжет, чтобы на базе региональных ведущих вузов могли бы дети сдавать практикум по физике, по химии, кстати, тесно связаны с вопросами технического образования, за которые они получали бы сертификаты до 15 баллов. Региональные. Региональные, но вузам давалось право учитывать наличие этих сертификатов. Доверяют этой системе? Учитывает, не доверяет, не учитывает. К сожалению, дальше проработки идею не продвинули. Ну вот думаю, что сейчас настало время для проработки. Более того, ну вот мы планируем именно в рамках цифровой кадра цифровой экономики пробировать режим, апробационный режим, правовой эксперимент в тех или иных регионах, и там можно будет сделать это уже, вот, так сказать, в нормальном порядке. Еще вопросы, коллеги. У меня вопрос. Ну вот, когда учителя информатики начинали появляться на свет массово, то помимо институтов повышения квалификации, которые, честно говоря, были не способны заниматься повышением квалификации, были различные структуры, например, в Москве ИНТ, которые вы организовывали, которые позволяли учителям информатики на самом деле переподготавливаться. У вас в одном из последних слайдов был вопрос, что делать учителю технологии. Вот есть ли сегодня структуры, которые помогали бы учителю технологии становиться тем, кем он должен быть? Ну, вопрос действительно довольно тяжелый. Ну вот, когда мы все это, так сказать, обсуждали и прорабатывали, то было ощущение, что все-таки вот, во-первых, это, ну, действительно, те предприятия, которые существуют. Во-вторых, это уже достаточно серьезно выросшие структуры на базе, так сказать, WorldSkills, да, которые заняты прежде всего СПО, но тем не менее они есть некая консолидирующая структура. Поэтому, скажем, если мы приведем учителей в организацию СПО, да, которые к тому же вот заинтересованы в привлечении сильных школьников, которые пришли бы в СПО, то возникает взаимодействие, вот, на которое мы здесь и рассчитываем, да, то есть, что есть какие-то организующие моменты, вот это ОСИ, это WorldSkills, это, опять-таки, кванториумы, которые можно и нужно было бы интегрировать и в эту историю, хотя там не все интегрируется, мы это понимаем, но мы очень надеемся, что с учетом разных рычагов административного ресурса что-то будет решаться. Спасибо. Да,
Алексей Львович, спасибо большое за ваш доклад. Вот по вашим оценкам, вот действительно, ну, ключевой, я бы сказала, здесь и эксперт, и разработчик. Какова доля все-таки тех, кто сопротивляется среди педагогов этим изменениям, среди руководства образовательных организаций? Потому что на верхнем уровне одно, как бы, понимание, а вот в реальной практике, насколько оно преодолимо, насколько оно искажает все-таки, деформирует, я бы сказала, те часто очень содержательные инициативы, которые есть. Вот я именно с точки зрения того, что, ну, будучи мигрантами в цифровой среде, как нынче принято говорить, в отличие от детей, которые аборигены там, мы, конечно, интуитивно все время сопротивляемся, срываем, и это вполне массовое организованное сопротивление. Вот какой у вас здесь экспертный взгляд? Нужны ли какие-то меры, может быть, специальные, потому чтобы нас как-то немножко из мигрантов адаптировать к цифровой среде? Ну вот, мне кажется, что компания, которая всех, так сказать, заставит что-то делать, всегда вредна, хотя иногда и неминуемо и это происходит. Поэтому действительно, как, по-видимому, и прозвучало вот в ваших словах, важно говорить о том, что будет привлекать, не что будет заставлять в жестком командном режиме, а что будет привлекать к тем или иным новшествам. Ну вот, одним из наиболее эффективных способов привлечения является как раз экзамен. То есть, после того, как у детей возникнет желание сдавать такой экзамен, что-нибудь начнет происходить. Ну вот, я обсуждал с ФИПИ вариант использование компьютера в едином государственном экзамене по, например, иностранному языку, чтобы ребенку разрешали вводить свое эссе на компьютере. Разрешали, чтобы дети, когда пишут заявление на ЕГЭ в ноябре месяце, они могли бы поставить крестик, я буду писать ЕГЭ на компьютере. Регион предоставляет какое-то количество компьютеров или ограничивает в какой-то момент число учащихся, сказав, все, места закончились. И это приведет к тому, что учителя будут на уроках тоже обращаться к компьютеру. И это приведет к тому, что если через 3 года мы введем спел-чекер, автоматическую проверку грамотности, учителя тоже будут учитывать возможность автоматической проверки на экзамене и так далее. То есть сегодня ЕГЭ является мощным регулятором содержания образования, и его можно использовать. Ну, вроде вопросов нет. Дискуссанты первые. Павел Аркадьевич. Алексей Львович, спасибо большое за то, что вы и брались, и беретесь за необычайно сложные темы. Значит, у меня таких несколько пунктов, я бы их жанр как заметки так вот обозначил бы. Значит, первое, мне кажется, кроме единого экзамена, серьезным стимулом является свобода. И самостоятельность школы, ну, в выборе чего-то, в ответственности за что-то, вот мы понимаем, да, о чем мы говорим, но при этом в отношении к предмету технологии, мне кажется, здесь есть такой увеличенный шанс, я бы сказал, да, включить не только стимул экзамена, но и стимул вот выбора свободы самой школы, просто по той логике, которую вы излагаете, по концепции и так далее. И в связи с этим, мне кажется, было бы интересно вот не переходные модели экзамена рассматривать, ну, как минимум в перспективе, а радикально другие, то есть портфолио вместо ЕГЭ. Это уже начали обсуждать довольно-таки, ну, давно. А для технологии, мне кажется, это очень важная тема и важный сюжет. Второе. Значит, мне кажется, в связи с самостоятельностью школы необходимо отметить, что любое преподавание любого предмета, оно фактически упирается в институциональный контекст, в управление, в принятие решений на уровне образовательной организации, и поэтому это специально такое, Алексей Львович? Не, я думаю, что... Это вы расфокусируете внимание аудитории. Да. Ну вот, да, машине пока контекст недоступен, но нам, слава богу, да. Такая. Я постараюсь покороче, если вам не нравится. Нет, не было никакой
ничего. Просто я считаю, что визуальный фон полезен для концентрации. Но если нет, то я все прослушаю. Это не фон, это контекст. Контекст. Визуальный контекст полезен. Он меняет смысл происходящего. Понимаете? Коллеги, вернемся к семинару. Ну, поскольку докладчик действия произвел, я не могу не отреагировать, понимаете? Значит, мне в этом смысле кажется важно говорить о цифровой трансформации всей школы в связи с тем, что меняется предмет технология. То есть, мне кажется, невозможно обсуждать изменение предмета технологии без обсуждения того, как трансформируется школа в целом. Поэтому, кроме государственных механизмов, подчеркну, очень важны будут механизмы, связанные с изменениями на уровне образовательной организации. И, наверное, последнее такое замечание, рассуждение или заметка, оно связано с содержанием образования. Значит, и с вопросом Исаака Давидовича про то, есть ли там некий перечень, общий перечень, так сказать, компетенций, каких-то технологических компетенций. Значит, я внимательно смотрю всегда, вы знаете, в министерстве я работал много с этими предметными концепциями. Значит, и меня всегда поражало, как психолога, всегда поражало такое свойство педагогов и других описывать вневозрастно все. То есть такое ощущение, что дети, они абсолютно одинаковые, они только увеличивают объем знаний или компетенций от 1 к 11 классу, а качественная разница между ними вообще никакой. Более того, и в университете, кажется, они те же самые первоклассники или второклассники, и мы рассчитываем на то, что они, как моя знакомая любила ответить на вопрос, как у тебя товар продается, как дети в школу идут, понимаете, вот с таким задором, с такой мотивацией, и мы, вот предметные концепции, они все время выходят в этом смысле как одинаковые пирожки, понимаете, они вот совершенно не рассматривают, как дети меняются. Но, например, психологам известно, что такая форма рефлексии, как рефлексия самостоятельного действия, вот по тому циклу, который вы описали, она доступна только подросткам, и то старшим, и то может быть. Если говорить про то, что мы ребенка в начальной школе всерьез так научим проектировать, то с точки зрения психологии, ресурсов детских, способностей, это, наверное, речь должна идти о чем-то другом, да. И мы часто, обсуждая содержание образования, как бы ребеночку говорим, ты отойди в стороночку, да, а мы тут тобой чего-нибудь поделаем. И в этом смысле, мне кажется, довольно-таки серьезный резерв развития содержания образования, вот на примере технологий, потому что она, в отличие от, скажем так, чисто предметных дисциплин, математики или языка, да, которые как бы предполагают освоение системы знаний, да, она как раз вот такая дисциплина действенная. Здесь как раз можно то, о чем вы говорите, про успех каждого, да, реализовать не просто как успех каждого, но еще и развитие самостоятельности детей. Если представить содержание технологического образования как-то соответствующему возрасту. Спасибо. Спасибо, Павел Аркадьевич. Алексей Львович, вы потом сможете отреагировать. Сергей Александрович Лавягин, завкафедрой STEM, напомню, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Хорошкова. Да вроде вот это. Значит, добрый день. Я поскольку параллельно с этим всем удовольствием еще действующим учителем, то вот последний элемент про ребенка, про то, что он не одинаковый, про то, что вот это вот довольно сложные вещи, иногда говорится про, так сказать, цикл продукта и про то, что там цикл проективный какой-то должен соблюдаться. А я понимаю, на самом деле, очень просто. Это та рамка, которая там важна для взрослого. И он, если он работает с соответствующим возрастом, он всегда ее наложит на любой возраст. И не в том смысле, что он будет учить детей рефлексировать вот там серьезные какие-то методологические ходы, там, называть все вещи своими именами, а в том смысле, что он просто, так сказать, там будет какие-то элементы вот этих вещей просто вводить и использовать, и дети в этом деле будут жить. То есть в начальной школе они просто будут элементарно там решать какие-то простые проектные задачи. Например, построить там Шуховскую башню из чего там? Из палочек, так сказать, и кусочек трубочек. Ничего себе, простая.
Нет, это элементарная. Ну, я, правда, сегодня ее решал с шестиклассниками, и оказалось, что это, значит, и для них задача непростая. Вот, то есть, там, один, так сказать, два этажа, вот, как Айрат показал, из 16 палочек там построить можно, а построить целую конструкцию даже за 2 часа, это там могут только отдельные дети. Вот, но все равно это, так сказать, реалистичная вещь, и, так сказать, детям подсовывается не инструкция, что очень важно. В проектном цикле должна быть высокая степень свободы, и это значит, что им подсовывается или предлагается именно задача. Вот у нас было на слайде, да, проблема, задача. Вот, им подсовывается задача. И не дается алгоритм. Ну, какие-то технологические шаги, инструменты взрослые обязательно дают. Ну, значит, это первая такая ремарка. Вот, то есть это, в принципе, вполне реально при наличии посредника под названием педагог. Подготовленного. Вот это вот тогда ключевой был вопрос про то, а где таких людей готовить? На него нет ответа. Вот Алексеевич там довольно, значит, уверенно сказал, что такая возможность существует, но степень ее-то как будто реализованности сейчас, мягко говоря, невысока. Вот, значит, ну а второй момент, который я хотел отметить, это про портфолио. Может ли он конкурировать с ЕГЭ? В ближайшей перспективе вообще не видно. Значит, на финале Олимпиады НТИ в этом году, значит, в физтехе несколько дней назад, значит, первый проректор физтеха, он сказал, ну как вот, мы, например, однозначно говорим, нет, вот мы не возьмем Олимпиаду НТИ как конкурент академическому предмету, нам вынь да положь. У детей должны быть высокие академические знания. Под этим он, на самом деле, имел в виду, так сказать, достаточно высокую степень интеллекта, потому что раньше он рассказывал, что, так сказать, есть планка отсечки, в первую очередь, по этой причине. Но это ладно сейчас. Вот. И для нас одновременно, для физтеха, также важно, приоритетно важно, наличие умения что-то, так сказать, там делать и интереса к этому. То есть все-таки инженеров готовят физтех. Вот. И тогда для нас важно, чтобы стало не 10, а 20. Вот мы сейчас на федеральном уровне ведем работу за то, чтобы повысить этот дополнительный вот, количество баллов. Вот, и это мы считаем уже фантастикой. Нам это поможет, говорит Аня. Все. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое за доклад. Но я, как и все, за все хорошее против всего плохого. Вот. Но вот вспоминается мне история, как тот же Алексей Львович достаточно давно делал доклад по концепции математического образования. Да, то есть как раз после выбора все было замечательно, все мы ждали. Ну вот я тут, готовясь к этому докладу, поговорил, ну, провел некоторый такой мониторинг по своим бывшим студентам, которые ведут математику, по своим, ну не только там в России, но и за границей. Ну, в общем, ладно, за границей она сама по себе. Но вот в России практически вот в таких вот, ну, условно говоря, в областных центрах, вот в Сибири, да, где у меня в основном знакомые мои студенты проживают, мало что изменилось. Значит, ориентация примерно такая же, как 5 лет назад они вели математику, так и сейчас. И переживают там, например, за некоторое, скажем, движение по федеральному перечню учебников, что вот раньше, скажем, был вот, ну, условно, Марткович, а потом пропал. Да, вот без Мартковича нам сложно, ну, например. Поэтому вот очень важно, чтобы вот с моей точки зрения единственным таким вот более-менее удачным реализациям всех наших замечательных концепций, это вот то, что вот Алексей Львович, ну вот Александр Юрьевич вместе делали по информатизации образования, да, потому что тогда реально по введению предмета основы ИКТ, да, потому что что произошло? Произошло достаточно системное изменение образовательной среды и некоторого менталитета, вызванного этой средой, некоторого менталитета педагогов. И это было, в общем-то, неплохо. Теперь несколько слов о том, что происходит с технологиями вообще в мире. Вот, ну, у меня, опять же, студентов много в разных местах, опять же, друзья разные работают. И вот я, скажем, побеседовал с людьми, которые там, скажем, живут в Англии, да, и что там, ну, они и в Германии, да, значит, что там происходит фактически с преподаванием тех же технологий, ну, и с нашими педагогами, которые вот руководят школами на уровне завуч, то есть не самого такого, близки к предмету.
Ну, собственно, надо сказать, что принципиальная разница между тем, что происходит в обучении технологиям в Германии, Англии, на самом деле немного. Главное отличие, вот как вот у меня сложилось впечатление с тем, что происходит в России, это вот то, что у нас, ну, там в силу разных причин, меньше вариативность. И вот вариативность, ну, к сожалению, да, на самом деле, больше вариативность в той же, например, вот Англии вызвана не столько тем, что ну, там такое много денег или там еще что-то, а вызвана вот складывающейся в стране, вот такой сложившейся в стране социальной разностью, да. Ну вот мы, например, скажем, слава богу, не дошли до обсуждения там наш, значит, так скажем, в учительской газете тематики, там должны ли учителя, значит, должна ли школа готовить, учить детей пользоваться горшком. Вот, скажем, для Ливерпуля это вот там недавно, можно ссылки там привести, где эта тема достаточно активно обсуждалась. Там, правда, дети идут в, значит, в школу в 5 лет, но, тем не менее, вот как показатель. То есть, фактически, надо понимать, что в той же Англии образование, ну, собственно, двухуровней, да, есть образование для элиты, есть образование для массы, и это вот как бы может быть и эвфемизм, но все знают. В той же Германии эта дифференциация осуществляется, ну, вот в силу вот более такой независимость этих, значит, не, большего типа школ, да, как мы знаем, гимназии, реальные школы, там другие, и, соответственно, тем, что в каждых вот землях там свое законодательство. Ну, как правило, например, скажем, в гимназиях во многих, ну вот, например, скажем, в Баварии, да, значит, трудов вообще нет никаких, то есть технологий. И там некий такой уклон, то, что Сергей говорил, значит, сдвиг происходит в сторону вот академизма, да, ну это типично для Германии, как мы все хорошо знаем. И в результате этого, значит, вот складывается такая система, что достаточно много школ, да, они все разные, но при этом нужно четко понимать, что вот, например, скажем, если в Германии дифференциация происходит за счет того, что разные типы школ и разные земли, то, например, значит, в той же Англии значительная дифференциация происходит по месту жительства, что фактически вообще-то означает дифференциация по уровню доходов. В принципе, вот первое, когда я еще вот не посмотрел презентацию, очень важно, что Алексей Львович отметил, что всюду будут делать то, что хочет. Ну, даже я бы сказал, не то, что хотят, а то, что могут, потому что регионы разные, и вот, например, то, что делается в Москве, реально, ну, вот в том же вот Барнауле, который я хорошо знаю, сделать вот не очень реально. Ну, например, тот же, вот что у нас, например, происходит с тем же самым, с теми же технологиями, ну вот в России, да, ну вот изучают, как мы знаем, с 1-8 класса по 1-2 часа в неделю, ну и изучают, у кого на что специалисты способны. Ну то есть, в принципе, модуль индустриальной технологии, технологии ведения дома, они, значит, кстати, обращаю внимание, что вот я их не стал перечислять в силу того, что времени мало, я потом, может быть, даже и статью напишу там про сравнительную систему подготовки, но реально они одни и те же модули изучаются. И в этом плане, мне кажется, что вот, ну и практически все на самом деле упирается в учителя. То есть вот в тех школах, ну, например, в одной школе, которую я там посмотрел, там вот, значит, труды ведет биолог. Очень часто, кстати, как правило, труды ведут просто учителя начальных классов. То есть фактически отсутствует, вот когда говорим, значит, вот что вот, ну, я вот, например, вот опять же вел занятия у учителей-технологов, значит, тоже там, знаете, вот как вот у меня один знакомый, правда, про спортсменов говорил, у них кинестетическая одаренность, да? Ну, тут у них тоже, как правило, руки, что называется, из одного растут откуда надо, а с другими вещами тоже сложно. И вот очень сложные вопросы по организации вот всего этого процесса, потому что реально, вот как и вот эта фраза, она может быть не слишком массовая, но достаточно широко распространена, что вот фактически, значит, кто будет вообще преобладать, вот учитель вот в этом курсе, да, учитель технологии или учитель, значит, на базе кого мы будем интегрировать, каково из учителей, потому что, как правило, все-таки в этом плане, значит, интегрируя технологии и ИКТ, в чем может быть риск? Потому что, как правило, все-таки учителя ИКТ более такие, у них высокий уровень, они, например, проектной работой занимаются, и это легче все показать в реальности. Вот, но это, поэтому тут достаточно много вопросов чисто организационных. Ну и в целом, значит, опять же, несколько критически завершая, значит, свое выступление, я вот как раз сегодня случайно совершенно, нельзя сказать, что я как раньше, там, скажем, газету «Правда» «Нью-Йорк Таймс» читаю, вот. Но, в частности, там такая статья опубликована, вот номер
буквально 3 дня назад. Сейчас я открою. Значит, 23 числа она опубликована. По поводу люксеризации человеческого общения, ну и там просто этот статус в своем вольном переводе процитирую. Тот факт, что богатые предпочитают старомодных тьюторов, личных тренеров и поваров, а не курсеру или доставки еды через смартфон, ни для кого не секрет. Но автор статьи Нелли Боулер идет дальше и заявляет, что происходит люксеризация человеческих отношений. Ну, в общем, завершая свое выступление, хочу сказать так, что мы от цифровых технологий никуда не уйдем, но нужно понимать, что эрзац всегда хуже натурального продукта, и 10 сортов маргарина вряд ли заменят натуральное качественное масло. Все. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Люксеризация, я не... От роскоши. Я вам ссылку пришлю, Алексей. Люкс, да, номер люкс всегда будет лучше общаги. Так, коллеги, кто хотел бы вопросы на понимание? Ой, вы, кто хотел бы, извините, я... Так... В дискуссии, коллеги, реплики. Так, сколько у нас желающих? 5 человек. Время есть до 5 минут. Ушаков Константин Михайлович. Спасибо Сергею Двоевичу за презентацию. Кадры вот эти вот мне нравятся ужасно, конечно. Оставь, пускай болтаются. Там с одуванчиками особенно хорошо. Значит, я должен сказать, что я немножко неправильно, очевидно, прочел название презентации. Она меня дезориентировала, потому что разговор, который возник здесь, это разговор о создании некоторого суперпредмета и интегрирующего почти весь здесь научный цикл, а там в названии презентации было несколько иное, значительно, на мой взгляд, более интригующее, при всем при том. А тем не менее, я хотел остаться в рамках более широкого понимания цифровизации, которое было задано исходным названием. Если позволишь, конечно. Значит, что... Это ужасно интересная тема, и понятно, что с технологией нужно что-то делать, здесь никаких возражений нет. Хотя концепция развития предмета, коллеги уже все сказали. Если мы делаем такой проект, то у нас есть некоторые триады. Ресурсы, технология, люди. С людьми полный швах. Значит, этот компонент реализации проекта отсутствует. Ресурсы, будем реалистами, мы живем в ситуации сжимающихся ресурсов, да, их будет не хватать. Что касается технологий, это отдельная песня. Есть ощущение, что технологии, которые будут учить, будут устаревать настолько быстро. В общем, время жизни технологии сегодня и скорость их сменяемости где-то 2-3 года. Вы год готовите учителя к этой технологии, еще 3 года он учит, и он учит всегда старые технологии, потому что на рынке, и вообще говоря, у тебя уже другие. Но это, к слову, может, я тут что-то не так. Но что меня смутило, на самом деле, в общем взгляде, это некоторая линейность. Значит, когда цифра попала в школу, то вроде бы это было описано, то это очень хорошо. А дальше концепция вроде бы такая, если я правильно понял. Раз вначале было хорошо, то чем больше цифр, тем лучше. Хотя из всех щелей лезет кривая Лафера. Да? А если знаете вот эти доклады OECD, они однозначно говорят, что цифровизация с образованием, линейность не проходит никак, потому что у нас там нелинейное нарастание, а сначала вы имеете действительно улучшение, а потом резкий и значительный спад, что в digital reading, что в освоении математики, в навигации и так далее, и так далее. И в этом отношении мне кажется, что линейность вот такого развития, она, конечно, диктуется очень многими причинами, то есть чем больше цифры, тем лучше. Вот это, мягко говоря, сильно дискуссионная штука. Да? Ограниченное время, которое мне дали, не позволяет сказать некоторые вещи здесь. Или у меня еще есть пара минут, я не следил. Да, потому что, в принципе, цифровизация же... Вот посмотрите, Алексей Львович ухватился за больное, за
предмет технология. Но намек-то был на интеграцию всей сети научного цикла. Теперь представляем себе тогда объем цифры в реальном преподавании. При этом те же данные говорят, что если вы даете много цифры, слишком много, то вы находитесь на исходящей части кривой Лафера, и тогда у вас получается следующее. У вас появляется странный эффект многозадачности у ребенка. Да? Когда он много знает, но мало понимает. Вам любой учитель скажет, что очень трудно заставить ребенка прочесть длинный текст. Мы хотим увеличить цифру и сойти по этой кривой еще ниже. А Бог его знает, но я бы хотел, чтобы эти вещи мы принимали совершенно осознанно. Там очень много рисков, совершенно неочевидных на первый взгляд. Мне симпатичнее про риски на этом этапе. Спасибо. Спасибо, Константин Михайлович. Пожалуйста. Игорь Вальдман, Инана, группа Роснано. Вот поскольку мы занимаемся и в онлайне, и в офлайне технологическим образованием детей, то тут вот такое у меня наблюдение. Знаете, ну вот у нас так, видимо, принято в системе образования, как только есть какая-то правильная тенденция детей познакомить, ну, с естественными науками и с теми технологическими там процессами и продуктами, которые возникают, то мы все это упихиваем в школьный предмет. У нас вот как бы чуть не что, то сразу, значит, новый предмет в школу. Ну, что сделать? Тут, видимо, решение принято и правильно, но я так думаю, что все-таки настоящая работа и знакомство детей с технологиями лежит в партнерстве с бизнесом и, конечно, с сектором доп. Образования. Вот когда я полтора года назад был в Сингапуре и попал в началку на предмет, который у них называется дизайн мышления, а не технологии, то детвора делала держатель для человека, у которого травма руки, и ему нужно помочь писать. В этом смысле они полазили в интернет, вытащили оттуда возможные там решения, примеры, взяли картон, проволочку и так далее, и защищали реальный технологический проект. Они делали устройство. А когда эти дети переходят в основную школу, они там, ну, инженерно это допроектируют и, используя 3D-принтер, создают, ну, более-менее приличные образцы. И все это было в школьном пространстве, но только делалось это как бы во внеурочной схеме, и делала это специальная компания, где были инженеры и образованцы, это платная у них услуга. Это первый пример. Второй пример, когда я в 2000 году оказался в Глазго, я попал в замечательный в Глазго Millennium Science Museum, и было понятно, что лучшие лаборатории по химии, по физике, лучшие ученые и аспиранты находятся там. В этом смысле школа не сможет обеспечить знакомство с технологией, поскольку там нет людей про это. И если мы возьмем человека из бизнеса или из науки и переведем его в школу, он через 3-5 лет дисквалифицируется, потому что он про другое. И вот надо создавать такие, конечно, места и площадки, где ребенок может познакомиться с передовым опытом. Если это будет Чувашия, то это, естественно, фотовольтаика и солнечные панели, потому что там российский почти мировой лидер Хевел. Если это Саранск, Мордовия, то это оптоволокно и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется важным, что вот как бы так называемое дополнительное образование тут тоже играло некоторую роль, а мы вот все-таки пока пытаемся все больше в предметно-урочную схему втиснуться. Спасибо. Спасибо. Так, была еще рука. Да, пожалуйста. Василий Зуйков, Москва. Ну, в любом случае, спасибо всем, вот Алексею Львовичу и всем дискуссантам. Значит, я хотел, значит, что подчеркнуть. Ну, во-первых, что вот во всем, что сказано, наверное, вот все, что касается оценки, играет, наверное, самую такую существенную роль. Потому что сколько бы мы денег не вкладывали в материальные затраты, то ли на подготовку преподавателя, то ли материальные ресурсы, те же самые кванториумы, то не оценивая существенным образом вот некую профессиональную составляющую, мы практически эти деньги превращаем в низкоэффективное использование. Вот. И как сегодня говорили вот дискуссанты по поводу того, что область технологии – это не только та область, где дети выходят на некий самостоятельный путь развития, но они и проявляют глубинный интерес, могут проявить к той или иной профессиональной области. То есть есть свобода, и дальше, в общем, они выбирают ее, и при существенной оценке этих результатов на том или ином профессиональном направлении они могут все эти качества приобретать.
Значит, ну, для примера, вот сегодня говорили от 10 до 20 баллов, но, по крайней мере, еще год-полтора назад, в 2017 году, Путин одобрил до 25 баллов, и Минобр в то время тоже это поддержал в присутствии президента, и почему эта ситуация до сих пор не реализована, это очень странно. Все, что касается портфолио, ну, по разговорам, допустим, с зарубежными специалистами, там, MIT-профессорами или высоко, так сказать, ну, большими специалистами из области инженерии, роль портфолио в зарубежных вузов при приеме может доходить до 90% в общей сумме баллов, при которой студенты поступают в вузы. Значит, еще я хочу сказать, что, в принципе-то, здесь вот как ориентир для содержания может являться те установки, которые могут давать последующие этапы профессионального обучения. То есть, если, допустим, мы, вот есть представитель, допустим, технологических компаний, они хотят видеть что-то от инженера, уровень развития тех или иных профессиональных навыков, никто не мешает тому или иному вузу оценить возможности обучения того периода и выставить эти некие начальные требования на этапе приема. И давать за это, ну, что-то такое существенное, то, что в последующем ребенок будет просто самостоятельно развиваться за собственный интерес. Потому что при сегодняшних 10 баллах это практически, ну, на уровне погрешности. Значит, ну и даже сегодня, если мы говорим о развитии этой зоны портфолио, то на чем я хотел бы акцентировать внимание существенным образом, даже в сегодняшних условиях есть некие тормоза, которые уже на протяжении 2-3 лет они существуют. То есть это рейтинг, который ведет Высшая школа экономики по условиям приема в высшее учебное заведение. Потому что рейтинг ведется по баллам ЕГЭ, а индивидуальные достижения вычитываются. И вузу инженерному, с точки зрения этого рейтинга, выгодно принимать студента не 275 плюс 0, а не 270 плюс 10. То есть и все списки индивидуальных достижений, даже за существенные успехи, они занижены. Потому что, особенно для вузов, которые в этом рейтинге находятся выше их, как бы, ступенек, ну, в высших, ну, местах. Вот, вот я хотел что еще сказать. Спасибо. Пожалуйста. Так, кто еще хотел бы, коллеги? Так, ну, Ирина Сергеевна, ну и всегда, так же, как и я. Все, да, Ирина Сергеевна? Большое. Я постараюсь достаточно коротко. Действительно, я очень хотела поблагодарить, конечно, и Алексея Львовича, но и Сергея Александровича, которые на протяжении очень многих лет не просто занимаются, а очень конструктивно и в практическом русле занимаются цифровизацией действительно образования именно нашей школы. И вот такое ощущение буквально в практике, в возможности внедрения, в осуществимости того, что предлагается, мне кажется очень серьезным таким достоинством того, что сегодня докладывалось и на что были ссылки, поэтому это, несомненно, очень важно. Что мне хотелось бы здесь подчеркнуть, что меня немножко настораживает, когда цифровизацию связывают только с технологией и со STEM. На самом деле, сегодня очень серьезный прорыв в искусстве, и у нас есть несколько предметов, которые все-таки с искусством в школе связаны, и цифровизация там иногда идет даже обгоняющими темпами. И мне казалось, что если мотивировать учителей вовлечься в это, то их как раз можно было бы мотивировать тем, чтобы предоставить им доступ бесплатно, в первую очередь, конечно, к именно тому современному цифровому искусству, которое есть, и к которой можно приобщиться, будучи даже, честно говоря, и в селе, просто увидеть, что сегодня это такое. Неважно, это в анимации, это в современной музыкальной культуре. Очень много для этого делают как раз не только технологические, но и другие все музеи мира и театры
центральные площадки. И вот здесь вот это, я бы сказала, общее понимание цифровой среды, не только через математику и STEM. Ну, математика-то в STEM входит, но здесь и технологию, но еще и через искусство, мне казалось бы, очень важным направлением в цифровизации. Вообще вот этот пересмотр предметных рамок и ограничений и внедрение таких сквозной проектной деятельности, в том числе, кстати, вместе с ребятами из ГИТовления средств обучения, мне кажется, очень важным направлением. И что еще, мне казалось бы, способствовало бы цифровизации, с учетом того, что мы все-таки мигранты, а дети наши аборигены в этой среде, это развитие самостоятельности, это смена позиции учителя. Надо сразу признать, мы не сможем в этом чему-то всерьез научить. Мы учим, вообще говоря, предметом. И используем цифровую среду для того, чтобы, может быть, было лучше освоение предметов. Если мы все-таки придадим больше самостоятельности через очень интересные и серьезные задания, ну, тот же пример Шуховской башни, который сегодня был приведен. Шухов, кстати, здесь работал, в этом здании. Поэтому мы Шухов лапы нарисовали. Здесь была американская строительная компания, и он долгие годы своей карьеры именно здесь работал. То это всерьез повлияет. То есть предоставить это право и эту самостоятельность. И где-то снять ограничения. И последний пример, который мне хотелось бы привести, коли здесь уже дискуссант о горшках заикнулся, не могу не напомнить, был замечательный конкурс, организованный Винзаводом, на детские сады в новой архитектуре, когда 100% доступность хотели. И одна из групп молодых архитекторов, совершенно замечательная, на севере, в Белозерске, проектируя детский сад, им было задание на 250 мест, они решили провести исследование. Ну, во-первых, выяснилось, что такой огромный, это все невозможно, и дети выбирают все совершенно другое. Они просто создавали разные макеты, просили детей использовать то, другое, встроиться. В общем, очень хорошее, интересное. Задание сделали 5 по 50 с интереснейшей горкой соединенной, на которой зимой и летом можно перемещаться, кататься и так далее. Но главное, они предложили снять ограничение, да, одно довольно простое, чтобы можно было без разрешения пользоваться тем самым горшком. Вот не надо было спрашивать воспитателя, а вот просто когда хочешь, тогда и пользуйся. Это позволяет высвободить 15% пространства и по-другому его организовать. Когда они это докладывали, присутствовал товарищ Плаксин из Санпина, который вот так и сформулировал. Что сказал он? Наша главная задача в дошкольном образовании – это высаживать детей на горшок. Так он и сказал. Главная задача. Я его спросила, вы про каких детей-то говорите? Про своих, про чужих, вообще хоть про каких? Но вот это взаимное непонимание разных регуляторщиков, я бы сказала, образовательного процесса, вообще поведения, взросления детей, поведения взрослых в обязательном процессе и наличие огромного количества ограничивающих и свободу, и самостоятельность, и право проявить эту свободу в образовательном процессе, мне кажется, должно быть очень серьезным предметом экспертной работы. Вот они, въевшиеся эти в нас ограничения в деятельности, мне кажется, что сегодня не до конца исследованы, проанализированы, не предложено то, что может снять сопротивление внедрению образовательной среды и современного поведения в этой цифровой образовательной среде. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну, что бы я отметил? Вот первый раз предметная концепция разрабатывается не методистами-лоббистами своего предмета. Для меня это принципиальный ход и очень важный прецедент, когда предмет разрабатывается, предметная концепция не предметниками, у которых одна проблема, побольше бы часов и побольше бы топиков. Потому что много топиков, много часов. Много часов, много денег. Это для меня принципиальный момент. Причем, что мне важно, что тут работали не только предметники, разные предметники, и математики, информатики. Вообще говоря, вот такая полипредметность – очень важный момент. Но, зная Алексея Львовича, зная Сергея Александровича, в общем, тут есть и философский сюжет, поскольку обсуждение информатики в свое время шло с философами, с тем же Пеппером. Но чего не хватило, тут Павел Аркадьевич точно сказал –
не хватило психолога к этим, вот, возрастного психолога, педагога развития к разработчикам, потому что там, очевидно, есть динамика возрастная. Но как прецедент для меня очень важный ход. Второй момент, который я бы отметил, что, смотрите, из-за того, что не были методистов, предмет стал комплементарный к остальным школьным дисциплинам, в том числе и гуманитарным. Почему нет? Те же музеи, тоже ИЗО, МУЗО с технологиями, вообще все это ложится сюда. И смотрите, готовы делиться своим временем с другими предметами. Ну, наверное, и в другую сторону возможный сюжет, когда что-то будут забирать себе предметы, этих преподаватели курс технологии будут отдавать туда. То, что и физики, и химии хватает чисто технологических сюжетов. И вот это вот комплементарность тоже для меня очень важный ход. Главная проблема, на мой взгляд, это проблема учителя. Напомню, когда информатику вводили в школу, и вот тут есть люди, которые лучше меня это знают, было введено разрешение работать в школе учителями информатики не только педагогам, а людям, которые умели работать на компьютерах. Им дали даже определенные льготы, определенную мотивацию задали. Но при этом параллельно с этим разрешением была организована среда. Вот что для меня принципиально важно. Была организована среда общения для этих учителей информатики. Вот если вы хотите новую технологию запускать, новую технологию как предмет, необходимо думать о создании пространства, где эти новые учителя технологий могут жить, общаться, работать, тем более краудсорсинг, вы говорите, и так далее. И это должно быть отдельным подпроектом. Среда для учителей, для новых учителей технологии. Ну, а последнее про портфолио не могу не отнестись. Вы знаете вес портфолио. Я в свое время ректоров, когда вводили ЕГЭ, собрал ректоров медвузов и говорю, ну вот в Европе, в других странах очень важно там опыт работы в больницах там медбратьями, там нянечками и так далее. Там много весит вот такой элемент. Может, мы тоже при поступлении в ВУЗ будем учитывать и давать серьезные баллы за это. Смотрят на меня ректоры медвузов с таким сожалением и говорят, а вы что думаете, у нас будут абитуриенты, которые не принесут справки, что они с первого класса работают в больницах нянечками? То есть вопрос портфолио, коллеги, не такой очевидный. Если он будет дорого стоить, уверяю вас, пойдет сюжет с фальсификацией. Поэтому тут надо искать баланс. И в этом плане аккуратность и осторожность, что мы не будем слишком большие баллы, в общем, вполне разумно, пока мы не отработаем технологию. Поэтому, Алексей Ильич, спасибо. Ну и у вас есть время до 10 минут. Спасибо большое. Я надеюсь опять немножко сэкономить. Вот, хотя есть искушение использовать все 10. Вот. Значит, я хотел бы сказать, что ну, для меня этот семинар был достаточно важен. Такое вдруг всплыло клише, не обманул ожидания, да? Вот. То есть я очень рад, что я услышал много важных, интересных вещей и суждений, ну и позитивных, и вот и критических, новых. Вот. Я думаю, что я почти все понял, конечно, далеко не все, но многое я бы сказал, понял из того, что здесь говорилось. Вот. И хотел бы как-то, как это обычно и принято, отреагировать прежде всего на конкретные высказывания, ну и, может быть, что-то добавить. Значит, я еще раз повторю, что практически со всем, что было сказано и что я понял, я согласен. Ну вот, я, тем не менее, хотел бы, значит, отнестись вот к тому, что сказал Павел Аркадьевич, вот про возрастную периодизацию. Конечно, дети очень разные.
Но, тем не менее, вот какие-то вещи, о которых мы говорим, установочные, их бы хотелось бы прослеживать на самых разных периодах, на самых разных возрастах. Может ли быть 8-летний ребенок исследователем? Ну, наверное, нет. А 4-летний? Ну, конечно, да. Я думаю, что дальше комментировать это не нужно. К 8 годам нам удается забить ребенка до того, что он перестает быть исследователем. Школа с этим успешно справляется. Вот Игорь хорошо сказал, что вот на самом деле в этой самой сингапурской школе там в началке, ну, довольно-таки, в общем-то, такая тяжелая история, да. Нужно представить себе человека, у которого не работает конечность, да, и как ему помочь, это обалдеть можно вообще. Это очень сложная задача. Для начальной школы, собственно, вот Симур, которого ты упоминал, он как раз озадачивал детей в детском саду важной задачей, к которой этот ребенок и стремился, и выполнял проект, который интересен бабушке, самому себе, соседу и так далее, социальная функция, о которой Выгодский говорил, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому то, что периодизация проблематична, и то, что периодизация Монтессори, да, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому, да, конечно, по-разному, да, конечно, подростковый возраст, да, конечно, и так далее, тем не менее, не надо абсолютизировать. Я прекрасно помню, как итальянские профессора нам говорили, что X до 11 лет дети не воспринимают, а в нормальном состоянии, начиная с 14, начинают воспринимать. Эта наука доказала, что то, что может быть переменное, у нее может быть значение, ребенок в 10 лет не может понять в принципе. Потому что это абстрактное мышление. Значит, наши обычные российские детки в первом классе, когда я им просто объясняю, что это вот буква, а это имя для такого-то значения конкретного объекта, вполне все понимают, да? Ну, это просто вот по поводу, значит, периодизации. Теперь по поводу того, что можем ли мы подготовить учителей. Ну, здесь, как всегда, есть разные стороны. И, конечно, если мы считаем, что учителя технологии должны быть учителями принципиально новой формации, творческие, свободные, раскрепощенные, поддерживающие детей и полностью имеющие другую парадигму, чем та школа, в которой они сами учились, то, конечно, мы их не наготовим. Поэтому есть подготовка и подготовка, есть демонстрация учителю образцов деятельности, которые могут его заинтересовать, ему понравится, он захочет попробовать, у него будет поддержка и так далее. Но и все равно даже этих будет маленький процент, конечно, да. Другое дело, что мы должны обеспечить всех тех, кто придет за конкретным знанием, методическими приемами, материалами и так далее, их сопроводить, им помочь, их объяснить, их посадить, с ними вместе самим это сделать. Вот на это нужны огромные ресурсы, которых действительно нет сейчас. В этом смысле объединение там разных предметов вот с тем, как именно учительский вариант, он неплохо работает. И вот как раз опыт и факультета физики и технологии, да, вот сейчас представлены с Дмитрием Акадьевичем Исаевым, и когда-то вот, значит, Ловягин тоже в этом принимал участие. Это на самом деле интересный вариант, но это отдельная тема. Поэтому нереально массово переделать учителей любого предмета. Но нужно обеспечить то, что бывает. Значит, я как раз сегодня упомянул вот правильное замечание того же, вот, которое сделал, по-моему, Сергей Дмитриевич Каракозов, что ну, изменения идут очень сложно и тяжело, в любой стране и в России тоже. Да, это абсолютно правильно. Тем не менее, изменения бывают. Я уже вот прям начал с изменений в области ЕГЭ, так совпало, да. Возможно, не все хорошо, не все правильно, но изменилось, да. В ГОСы. В ГОСы задают дальнюю перспективу, как и профстандарты.
Тем не менее, эта перспектива медленно действует на сознание людей, как и стандарт математического образования. Что-то изменилось. Федеральные профессора пошли. Почему? Потому что в беседе с Путиным Путин спросил, а что такое федеральный профессор? Ну, там, что-то я сказал на эту тему, кто-то записал, и пошло-поехало. И федеральные профессора, вот, пожалуйста, важное дополнение к стандартным академическим рангам. Да? А центры... Да, тоже идут, развиваются. Не совсем так, но все-таки что-то происходит. Не буду на этом дальше, значит, оставаться. Очень важное замечание и ответ тоже между самой. Все это происходило, на самом деле, в диалоге между участниками, а не только с докладчиком, что очень здорово. Про то, что дети... Ирина Сергеевна, это потрясающе, что дети должны быть в этом предмете главными носителями всего. Они должны сами учиться, должны учить других, должны учить своих учителей, учиться вместе с ними и так далее. Вот это у нас в стандарте представлено, но очень не полностью однобоко. То, что главный механизм изменения – это дети разных возрастов, которым учитель должен дать возможность организовать свою работу, коллективную, индивидуальную и так далее, источники информации, детки, делайте, работайте, найдите. Это страшно сделать в курсе там другом, потому что там есть программа, и то же самое, те же самые ужасы, те же самые там, опять-таки, экзамены и все. Здесь нет, значит, дети намного важную роль должны, вот давайте это сделаем просто. Вот, это ответ между собой, вот в дискуссии. Да, теперь, значит, про искусство. Искусство у нас все время вот на экране. Как раз шло. Да. Искусство у нас было, искусство в интеграции с технологией. Там еще один красивый фильм, как они, та же самая группа, та же самая пара ребят из Голландии сделали 300 дронов. И эти дроны самоорганизуют, самоуправляются, летают над городом, им светятся. Потрясающая картинка, еще один мувик, значит, можно его показать. Вот. А теперь, что касается... доп. Образования и вот, значит, школьного предмета. Ну, конечно, должно быть единство. Кванториумы, которые даже и не образование, как мы знаем по разным оказиональным причинам, доп. Образования, классический технологический профиль, очевидно, и школа. Но почему школа? Этот ресурс часов, он есть. И заполнить его хотелось бы максимально разумно, творчески. И именно там создать новую педагогику, дать возможность для создания новой педагогики для всех. Вот об этом и был разговор. Вот, пожалуйста, у нас имеется и музыка, и искусство, и все, так сказать, все работает. Вот. Про ресурсы, лоббирование предметов и так далее. Значит, честно говоря, чего я из вещей, которые я не понял, я уже сказал, что я не все понял, я не понял историю про цифровизацию. Никакой линейной цифровизации в школе нет. В школе просто нет цифры, а предлагают, чтобы она там была. Никакой здесь кривой построить невозможно. Это просто от нуля до бесконечности. Идея, что школа цифровая, это миф. Ничего такого не существует. Все учительницы литературы принимают сочинения, написанные от руки. О чем ты говоришь? Коллеги. Вот, да. Коллеги. Это моя личная заслуга. Я согласен. Я принимаю на свой счет. Так, поехали дальше. Еще две минуты. Важно в едином государственном экзамене даже не то, как устроен материал экзамена и процедура, а важно, что он не зависит от школы и от вуза. И это то, о чем ты говорил, и что прозвучало в противоположности здесь. Насколько мы дадим вузу право принимать, вот там мы должны максимально ограничивать. И медики, они высококонкурсные по-прежнему в стране. Поэтому я и говорю, инженерные вузы, которые не добирают студентов, провинциальные инженерные вузы, дайте им возможность вот, сыграть на интересе, на предмете, на портфолио и так далее. Вот о чем идет речь. А среди абсурдов, которые сохраняются в приемных экзаменах, это суммирование баллов. Видите, уж сколько лет я говорю. При тебе не было суммирования, при тебе это было автоматически. Это Игорь, которым я объяснил про суммирование, ввел его нормативно. Наш замечательный коллега. Значит, про
рейтинг ПШЕ. Я думаю, что все здесь с грустью услышали про то, что рейтинг Высшей школы экономики существен для принятия тех или иных решений. Вот. И как его неправильно считают и так далее. Ну что делать? Так уж у нас с рейтингами устроено. Нужно что-то новое вместо рейтингов. Вот. Значит, теперь, да, и очень важно, конечно, я хочу полностью присоединиться к очень мягкой критике Исаака Давидовича о том, что многое очень неясное, многое не сделано. Почти ничего не ясно, почти ничего не сделано. Это большая, серьезная и очень поисковая работа. Здесь очень сложно дать ответы. Мы старались концепцией именно раскрыть возможности, раскрыть те или иные механизмы, в каком-то смысле показать неминуемость вариативности, неминуемость роли учителя, роли внешней организации, роли ребенка и так далее. И, безусловно, не имеем сегодня ответов на большинство очень важных и принципиальных вопросов, которые сегодня прозвучали. Я хочу вот на этом завершить. Это полностью открытое поле для работы. Ну, как говорят математики, хорошо поставленная задача – это уже половина ее решения. И, по крайней мере, задача-то сформулирована. Коллеги, поблагодарим докладчика. Спасибо. Спасибо. Следующий семинар будет 2 апреля. Информацию пришлем не 1 апреля, а заранее. А то 1 апреля неизвестно, что вы подумаете. До встречи.